Жительница города Степняк Лариса Тимофеева долгое время была домохозяйкой, пока в ее жизни не появился проект «Бастау Бизнес». Женщина прошла обучение, защитила свой бизнес-проект. Получив грант в размере 555 тысяч тенге, открыла продуктовый магазин. Я прошла обучение по проекту «Бастау Бизнес». Хочу сказать, что проект нужен и важен. Сельчан нужно обучать, информировать о разных новшествах. Благодаря «Бастау Бизнес» я реализовала свою мечту, приобрела свой бизнес, полноценно веду свой бизнес. Владелица общепита, молодая бизнес-вумен Айдана Галымжан, также прошла курсы по программе «Бастау Бизнес». Гранта в сумме 505 тысяч тенге хватило на приобретение бытовой техники и посуды. Областная палата предпринимателей Атамикен оказала помощь с помещением. Помимо этого, девушка взяла 6 миллионов тенге в кредит в фонде поддержки сельского хозяйства. У нас был очень хороший бизнес-тренер, который нам подробно все объяснил, разъяснил, научил многому. То есть, да, финансовая грамотность очень важна. То есть этому всему мы научились благодаря вот программе «Жаска Сапкер». Есть еще гранты на расширение бизнеса, есть кредиты на расширение бизнеса. Как отмечает директор районного филиала региональной палаты предпринимателей Атамикен Акмарал Кинжибаева, в сельской местности программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства пользуется большим спросом. Со дня старта данного проекта по нашему району обучилось свыше 390 человек. Из них 125 открыли свое дело. Создано рабочих мест 125. На сегодняшний день у нас по проекту «Бастау» открыто свыше 85 предприятий. Из них 65% – это именно развитие животноводства на селе, и 34% – те, которые занимаются услугами оказания на селе. Это наши магазины, это парикмахерские, это маникюрные и услуги по грузоперевозкам. В текущем году в районе Биржансал по программе «Бастау Бизнес» планируется обучить 50 человек. В районном филиале палаты предпринимателей рассчитывают на увеличение числа грантов. Иван Однорог, Павел Соловьев, Кокшиакпарат.